Так, это Венерку я решил поснимать. На низкой светочувствительности 4.06 утра по Киеву, 20 июля в Харькове. Более четкий обрез, конечно, не так она сияет при таких настройках. Меркурия мы не дождались. Почему-то. Интересно, наверное, баран будет у меня. В таких настройках светочувствительности. Пойди в правом углу должен завиднеться как-то. О! Завиднелся. Вон он. Ха-ха. Не знаю, на мониторе видно, не видно. Давай попробуем вот два фары снять. Бог его знает. В окуляре это видно. В правом верхнем углу ринга. Там Лидеброн. В левом мире Венера. Ну ладно, у нас остался еще Марс из участников нашего замечательного парада планет. Юпитер и Венера уже скрылись в облаках. Даже не за горизонтом, а в облаках. Ну уж раз нас занесло. Перед сменой вместо зарядки. За окружную Харькова. Используем максимально. Поснимаем на низких настройках светочувствительности абресы. Почему же Меркурия не видно? То ли дымка. Попробую в окуляр посмотреть. Он Венера. И уже давно из-за горизонта должен показаться Меркурий. А он не показывает. Ну, дымка чуть-чуть есть, конечно. А Меркурий не настолько мощная планета, чтобы пробивать эти слои плотной атмосферы, как Венера. Которая проницаемостью редко обладает. Ладно, подожду еще чуть-чуть. Работа подождет.